В місті взялися за прочищення зливних каналізацій. Проблема ця давня і вкотре нагадала про себе під час останнього дощу. В міськвиконкомі стверджують, що колектори не розраховані на сучасні зливи і радять диванним експертам надавати пропозиції в письмовому вигляді. Це у нас проблема Т-образний перекресток Грушевського, Ярослава Мудрого і Т-образний перекресток Гагарина і Казацької Слави. Є документи, ми вже обсудили цей вопрос. В ближайшее время будуть проведені роботи, в тому числі по приведению в соответствие. Единственное, хотел бы там предупредить умников, которые у нас считают, что у нас только лишь сегодня возникла эта проблема. Проблема с сливной канализацией на указанных перекрестках возникала очень давно еще, ну я сколько себя помню, она возникала. Особенно по Гагарина, старое название 50 лет в ЛКСМ. Там всегда была вода. Еще была вода у нас Гагарина и Маяковского на кругу. Там всегда была вода. Сейчас мы будем проводить работы, связанные с тем, чтобы привести в нормальное соответствие эту сливную канализацию, в том числе в связи с тем, что она забивается. Вот. Тем не менее, если у нас есть умные эксперты, пожалуйста, в письменном виде ваши предложения, где конкретно мы что сделали не так, мы их рассмотрим. Если ваши предложения соответствуют проектной документации, об испытании они будут учтены. Все остальные вещи я пока не принимаю. Там где-то что-то сделали не так и так далее. Вы, если не специалист, то давайте лучше пусть этим займутся специалисты. Лично я осматривал сливную канализацию Ярослава Мудрого Грушевского вместе с работниками КП в Жреву. Неожиданно приехал, люди добросовестно работали, между прочим. Вот. Так вот там происходит очень простая вещь. Оказывается, сливные коллекторы еще есть на той стороне улицы Грушевского, там, где у нас вообще нету ни тротуара, а предполагалось, что там будет когда-то, кстати, тротуар, поэтому там и предполагались установка сливных коллекторов. Вот эти сливные коллектора были забиты с испокон веков. Так вот, вода с тех сливных коллекторов, там жижа это с мусором, попадает в тех коллектора, которые стоят на асфальтном покрытии улицы Грушевского, и просто забивает, там полностью тампонирует. Полностью тампонирует. Сейчас разрабатывается ряд мероприятий, как это устранить. Тем не менее, других причин пока мы не видим. По улице Казацкой Славы и Гагарина произошла очень простая ситуация. Ну, во-первых, чтобы вы понимали, производительность сливных коллекторов, она ограничена. Сливной коллектор не проектировался на очень сильный ливень. Сливной коллектор, как правило, из опыта конструктора, проектируется на среднестатистические данные осадков. И когда происходит всплеск осадков, то есть ливневые, допустим, идут стоки, поэтому коллектор по производительности, по простому языку, по отверстию своему проходному, не соответствует. Поэтому, естественно, может забиваться. Так как у вас в ванной, если большая у вас емкость в ванной, то вода мгновенно через сливное отверстие не уйдет. Так же и здесь. Есть какое-то равновесие, на которое была рассчитана проектная документация. Еще одна из проблем, которая возникает при ливнях, у нас мусор и листья с деревьев, которые во время ливня, некоторые говорят, надо было убирать до этого, ну ты умный, во время ливня ливень обивает листья с деревьев, в этот момент никто не додумается убирать мгновенно листья, их надо же в течение нескольких секунд убрать эти листья, ну это же глупости, вы же рассказываете. Эти листья попадают, опять же, закрывают сливные отверстия коллектора. Вот что еще произошло. Когда они выехали, почистили, потом прошла вода. Вот с этим мы работаем. Еще раз повторюсь, если у нас есть умные эксперты, пожалуйста, ваши предложения, такое же конкретное. Конкретное, что надо сделать, без испытаний принимаем. Місто без амброзії. Проект з такою назвою виграв минулого року в бюджеті участі. Але ще й досі не реалізований. В міськвиконкомі не знають, як втілити його у життя. Тож наше місто поки що залишатиметься з амброзією. К сожалению, по ряду причин этот проект, практически единственный из четырех, в настоящее время вообще не реализуется. Все остальные три проекта реализованы, потому что они достаточно просты. Купить детскую площадку, все понятно. Купить аппаратуру, все понятно. Купить песок и завести, все понятно. Купить кабинки для переодевающихся на водоеме, все понятно. Город без амброзии, чтобы не было у нас недомолвок, непониманий. В чем проблема проектов? Проект предполагает
ряд последовательных действий. Но самое главное, что по проекту, те, кто был в комиссии, кстати, они мне сегодня получили определенные указания, в том числе и письменное, что такое недопустимо, когда пропускают проект, и вы сами не понимаете, как его реализовать. Вот вопрос, как его реализовать? Красивый проект, хорошая идея. Как вы его собирались реализовать? Как вы собирались? Кто будет рвать амброзию? Мало того, кто никогда не рвал амброзию, выйдите сейчас, попробуйте, вот будет дождь, попробуйте, порвите амброзию и посчитайте 1 килограмм, когда вы нарвете 1 килограмм. Так вот, чтобы вы понимали, по проекту 1 килограмм амброзии предполагалось давать за 1 гривну. Но я буду платить 10. Я 10 готов платить, если кто-то будет рвать. Только же еще раз, не дай бог, чтобы вырвали люди, которые склонны к аллергии, а у нас к аллергии склонны практически все. Да, Наля Михайловна? Практически все. Ну и тем более дети вообще-то. Привлечение детей к тому, чтобы рвать амброзию, я-то считаю, что это называется принудительный труд. В соответствии с Конституцией, принудительная праця заборонена. То есть уже на первой стадии, кто будет рвать амброзию, есть проблема. Как реализовать этот проект? Добровольно? Ну вот, пожалуйста, добровольно за 1 гривну килограмм. Кто согласится рвать амброзию? У нас некоторые, вон говорят, предприниматели, за 100 гривен люди не хотят работать. За 100 гривен не хотят работать, а я лучше посижу, вон, детские получу, то пропью их, чем за 100 гривен буду півдня с тобой робить. А тут рвать надо килограмм амброзии рвать. Вторая стадия, куда эту амброзию сдавать? Предполагалось, что будет организовано управление ЖКХ, определенная служба, которая будет, опять же, за зарплату, вы же должны понять, за зарплату, люди, которые будут принимать амброзию. Приняли амброзию, взвесили, выплатили деньги. Дальше куда? А дальше надо вывести на полигон и на полигоне сжигать эту амброзию. Так проблема в том, что на полигоне вообще-то ничего не предполагается сжигать. Это запрещено по требованиям санитарным к содержанию полигона твердых бытовых отходов. Сжигание амброзии на полигоне запрещено вообще чего бы это либо. Там пожары возникают. Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага. А контролируемое горение, то есть поджог амброзии, вообще-то запрещен. Следующий этап – надо было купить посевной материал и посеять там, где эту амброзию вырвали. То есть опять же это день. На этот проект, к сожалению, сумма-то была всего 31 тысяча гривен. Ну вот и посчитайте. Поэтому проблема с реализацией этого проекта на сегодня есть. Сегодня собиралась, ну, недавно собиралась рабочая группа по реализации этого проекта, куда мы будем двигаться. Но, тем не менее, я считаю таким образом, без обиды для тех, кто стоял у истоков этого проекта. Негативный опыт – это тоже опыт. В конечном счете, мы столкнулись с таким проектом впервые. Сейчас мы думаем, как нам выйти из этой ситуации. Вот, возьмем опыт других городов, других, возможно, стран даже. Ну, по крайней мере, прорывание амброзии детьми, я еще раз говорю, я считаю, это недопустимо. Допускать детей до прорыва амброзии, вырывания амброзии, даже если ребенок не страдает аллергическими заболеваниями, я считаю, это нарушение Конституции. Принудительный труд у нас запрещен. Я бы не хотел, чтобы мой ребенок вырывал амброзию. Хлорки багато не буває. Міський голова наполягає на тому, щоб працівники чистого міста засипали хлором місця біля контейнерів. Мер зізнається, що запах хлорки полюбляє з дитинства. Я люблю запах хлорки. Ну вот люблю запах хлорки. Это травма детства, наверное, у меня. Я понимаю, что если запах хлорки выедает глаза, значит, у нас, по крайней мере, нет никакой инфекции. Вот. Поэтому, пожалуйста, возле контейнеров, там, где у нас разлилось нечто после всяких овощей, фруктов, арбузов, надо обрабатывать обязательно. Дмитрий Эдуардович, что скажете? Мы же тот дезматериал, который мы покупаем, он хлоросодержащий. Он специальный, и тот, который специально нам в СЭС отпускает именно для этой обработки. Мы и лужи я обрабатываем, а именно хлорку сыпать, хлорку... Нет, я вообще о дезобработке. Вообще, обработка проводится или нет? Каждый день люди идут, у них с собой брызгалки специальные. Мы заправляем, ну, рекомендовано разведение своей пропорции. Дмитрий Эдуардович, поднимите свое тело и проедьте, посмотрите, вот когда будет проводиться загрузка мусора вот этого и вывал, посмотрите, что там делается, посмотрите, есть обработка или нет, что это очень важно, не хватало у нас распространения инфекции, я серьезно говорю. Друге питання – несвоєчасна поява працівників, які прибирають після сміттєвозу. Мер вважає, що люди затримуються, а спека тим часом не чекає. Люди просто, ті, які дворники, які йдуть за машинами,
Ну, просто реально они не всегда успевают добежать от площадки до площадки. Но они идут точно по такому маршруту. Что значит успевать добежать? Ну, у нас ограниченное количество людей. Ну как, мы не можем взять 100 человек, например, чтобы они шли. У нас 5 человек, которые делают эту работу дополнительно к тем стюардессам, которые ездят с машинами штатными. Вот за большой машиной идут 3-4 человека. И за теми машинами там ездят уборщики прямо в машине. Вот. За большой машиной, как они успевают от площадки до площадки перейти, но машина немножко вперед выезжает. Разрыв может... Вот сегодня большая машина по Кропоткина загрузила контейнера, а я уборщика там вообще в ней не видел. В большой машине нет уборщика, только в малых машинах есть уборщик, за большой машиной ходит бригада, потому что там большое количество, он обслуживает. А вот я не видел бригады. Ну, она пришла позже, но она во всех случаях жизни... Так, Дмитрий, услышали? И обработка, пожалуйста. Дезинфицирующие, ищите, смотрите опыт других городов, как это сделать, обработку, потому что там просто жах. Вам спекотно, ходіть по магазинах. Таку пораду дають медики, адже там є кондиціонери. Спека діє на жовтоводців, на жаль, негативно. Я розумію, що і молодіж виїжджає з міста, що вроді як підписаний зараз указ президента про те, що наказувати будуть за бездомних і здивательство над бездомними животними. Але у нас більше учащається случаї, коли просто поступають к нам родителі, діти появляються і більше неділями не приїжджають. Понятно, что у нас есть проблема с медикаментом, и мы из того, что есть, мы пытаемся лечить, насколько можем. На связь не выходит. И у нас умерла женщина на прошлой неделе, у которой не было. Мы знаем маму ее. Она даже у нас арендовала помещение в свое время, выехала к дочери в Киеве, здесь была. И она совершенно не ухаживала за своей матерью, и даже когда она умерла, у нас не было паспорта. И пытались с ней связаться, она только на третий день могла приехать. И это не единичный случай, к сожалению. Ну, как писал знаменитый, по-моему, Дементьев, не оставляйте матерей одних, они от одиночества стареют, да? Поэтому у нас лежит постоянно 3-4 человека таких, и сейчас есть мужчина, которому практически никто не приходит, медикаменты не покупает. То есть это не трава на кладбище, это живые люди, которые требуют года, это люди, которые, в общем-то, ваши родители. И я бы хотела, чтобы все-таки хотя бы хоть интересовались их здоровьем, и они спрашивали, жив или нет. Кладовище європейського зразку. Таке нововведення планує зробити в місті Володимир Абрамов, який проти творчості та ландшафтного дизайну на могилах. Звертаю увагу до тих, хто вважає, що на кладовищах повинні рости дерева. Ви дивіться, що потім трапляється з тими деревами. Якщо на доски тоді спускати ці дерева, берези посадили, вже не обхватиш. Сосни, калин, що тільки не посаджено. Навіщо ви це робите? Кладовище не для цього. Для мене найбільш ситуація, я вважаю, правильна, це так, як робиться в Америці. Всі після того, як підуть туди, рівні. Не треба один поперед одним в того такий пам'ятник, в того монумент, а в той кріслі сидить, а в той ще на цьому, а той лежить. Всі однакові. Однакові стоять хрести або на могильна споруда з граніта, з мрамора. Все. Більше нема нічого. І трава. Більше ні заборів нема, ні плит, ні надписів. Нема нічого. Все. Сипо, похоронений такий, все. Більше нічого. А взагалі-то у мене думка така, що на новому кладовищі, яке буде на Купріна 1, зробити все так, щоб було однаково, щоб не було у нас той такий пам'ятник, той монумент, той ще більший, один поперед одним, щоб в мене було не хуже, чим у сусіда. Значить, для мене це все рівно. Однаково ми підемо туди рівні. В останньому костюмі карманів нет, ми прийшли оттуда голими, і туди голими уходимо, без нічого. Поэтому моя думка така, що треба буде, може, зробити якесь положення, через сесію приймемо, щоб на цьому кладовищі у нас і місце було всім однаково, бо ми всі там будемо однакові. І на могильні споруди були всі однакові, як це робиться за кордоном. Там же люди вже пройшли в ці на могильні споруди, пам'ятники, монументи. Вони це пройшли вже. Подивіться, що там на кладовищах. Всі однакові. Та іноді стареньких родичів забувають ще за життя. Начальник СМСЧ-9 Неля Тарасєва розповіла, що в стаціонарах постійно знаходиться кілька людей, яких не провідують діти та не купляють їм ліки.
У нас сейчас поступает больше людей с кровотечениями. Понятно, что жара, сосуды тоже расширяются, идут в основном желудочно-кишечное кровотечение, язвы у кого, прошу, пожалуйста, обратите внимание, проведите, не сезон, конечно, для проведения превентивного лечения, но все равно надо обратить внимание и на питание, и на превентивное лечение. Погода, жара, нужно употреблять достаточно воды. Если уже, как говорится, можно, если вам стало немножко плохо на улице, сейчас практически все магазины имеют кондиционеры, как некоторые говорят, иду домой перебежками, то есть захожу, немножко охладился и пошел дальше. Потому что действительно для сосудистых это не очень удачная пора года.